Всем добрый день, с вами канал Питомник Милы, я Людмила Горбунова. Выбрала минуточки снять для вас видео. Это теплица на втором этаже гаража, сделаем небольшой обзор. Это френч болеро, мне пришли весной. Еще две штучки, есть и прошлогодние. Это ампельная розовая гортензия. Это уже мой черенок, кто-то пересадила в 3 или в 4 литра. А это я посадила свой череночек. Очень такой хорошенький. Этот стеллаж — это у меня новинки и коллекционные сорта. Вот я так смотрю, что, например, вот эти уже в принципе готовы. Это Summer Love. Мы сейчас обновляем сайт. Нас Татьяна обучила, все записали. Моя подруга делала сайт. Она сказала: не дай бог накосячите, делать вам заново ничего не буду. Нам удобнее, конечно, добавлять самим, чтобы он ежедневно пополнялся. Кто будет смотреть, то есть сайт сейчас уже обновлен по наличию и добавлено несколько новых сортов крупнолистных. Так, вот здесь это тоже Summer Love. Готов. Здесь вот, вот две. Вот что подрос такое быстро. Есть Summer Love, только, как считается, наверное, я в розовую посадила. У меня разные оригинальные горшки. Один Purple, другой Red. Хотя, мне кажется, возможно, это маркетинг. Просто крашеные и не крашеные. Вот такие также готовы. Ну, вот здесь вижу Pink-Punk, но они еще нет. Вот. А, это, да, Pink-Punk. Эти еще маленечко растут. Здесь такие малыши вот цветут. Цветут. Так, вот здесь посмотрим. Это у меня стеллаж. Мы все перебрали, пересортировали. Здесь капиллярные вот маты. Это Зоя Ивановна. Вот, вот они вот такие. Ну, приличные, хорошенькие. Самые огромные перевалили на следующий год уже в 2-3 литра. Dark Angel. Здесь это временно метельчатые стоят, недавно посажены. Вот если приходит вам вот такой длинненький, что делаем? Вот так убираем листики. Вот. Вот это у нас Red Kelvin, одна штучка на всего. И вот она, видите, вот так. И вот так ее прямо я бы заглубила. Проснутся вот эти побеги и будут вот эти вот 4-6, еще веточек будет. Так, здесь у меня Blau Цверк. Тоже такие симпатюлечки. Они вроде бы на расстоянии небольшом. Blau Mais, он же Teller Blue. Это я покупала рододендрон. Один погиб, непонятно почему, красный. А вот этот набрал, ой, бутончики. Вот с ними я пока еще не очень. Так, вот уже длинненько осталось Боденси. Так, здесь Зоя Ивановна. Мариэси Гранди Флора. Вот такой лист красивый. Вот такой прям блестящий, такой длинный листик. Но они вот здесь побольше есть. Вот, вот такие вот. Вот эти все всего по 600 рублей. Вот. Боденси вот здесь подрастает. Вот эти готовы. Прямо вот они. Хороши. Хороши. Дальше. Здесь я выбирала вот на отправочку. Так, это сальса. Вот это вот сальса. Это вижу, что Red Baron. У него лист такой свойственный. Такой толстенький, кругленький. Вот это Red Baron. Он же Шон Боутснерин. Графиня Козель. Или Косель. Вот, Козель. Вот они. Так, далее идем. Далее это Сельма. Сельма. Есть такие подлиннее. Есть прямо вот такие. Господи, с другой стороны. Это Сельма. Подлиннее, покороче. Её, она очень красная, красивая, такая яркая. Ника Блю тут маленький поставила. Этот или от лампы, или от чего-то пожелтел, надо пшикнуть. Хилатом железа или ферровитом. Вот. Здесь Ника Блю немножко, там что-то какие-то. Вот его не так здесь много. Вот видите, маты, это Xian подсох. Надо вот сюда налить водички. Magical Xian. Он же Opal. Это есть немного Lopi Excellent. Махровый классный сорт. Лист такой блестящий.
Вот даже голову ломаю, чем, что я такого сделала, даже уже и не помню. Вроде ничего, что пошла новая салатная серединка, вот эта свежая. Значит, что-то я сделала правильно, что-то. Но они прямо красивые. Обработка от клеща регулярно, хоть чем, от клеща, где написано. У меня много профпрепаратов. Есть и обычные, искра двойной эффект и так далее. Саори тоже подсохла, надо мат полить. Но они здесь вот побольше, поменьше. Такие средненькие, ну, в принципе, нормальненькие. Хорошенький саори, такой самый востребованный сорт. Его разбирают очень быстро. Так, это ретангел. Тоже вот ретангел хорошенький какие. Вот они. Так, куда поставим? Вот. Отличненько все. Так, это блауцверг. То есть вот им тоже подтягиваются. Здесь у меня живое окно заказала. Два окна поменяю в доме больших. Ну, меньше на больше. И вот сюда форточка. Форточка что-то 5500. Ну, не форточка, а окно. А оно открываться будет вон туда. Чтобы мне так любопытно все видеть. Вот там, вот так вот. Далеко. Как высоко сижу, далеко гляжу. Вон там у меня сад, контейнерная площадка. Покажу вам тоже видео. Все перетусовали по сортам, чтобы облегчить себе работу. Вот так, здесь смотрим. Это допиобьянка. Вот этот или подсох, или подгорел. Видите, подсох, наверное. Вот здесь ну, тоже хороши. Допиобьянка это белая махровая. Ее даже видно, у нее розовая. Здесь не написано, но я вижу, что допиобьянка. Здесь такая розовая, лист у нее совершенно другой. Она очень хорошо отличается. А так они, у меня свои сокращения. Так, что-то маленько опять саори. Так, травка. Фазан. А, ну вот допиобьянка, прям какая хорошенькая тоже. Вот они. Так, здесь прециозы. Прециоза. Вот это, конечно, такая помощнее. Сейчас, подождите. Здесь вот такая вот. Прециоза. Здесь шлос, но он еще мал. Но он сам по себе такой тоненький, хуенький. Вот шлос. Дальше. Пленка это не пригодилась. Все не можем, она, видите, прикручена. Надо открутить ее. Очень много саморезов. Вот это Пандора. Здесь вот места не было, вот туда поставила Red Baron, Original Blue. Так, это у нас что? Это Deep Purple Dance. Так, здесь, вот, смотрим, вот я тут накидывала. Здесь капиллярные маты, вот здесь капиллярные, наливаю водички. Вот сейчас они влажненькие, пока и маты суховатые. Вот череночки, это метельчатые, это уже нет, здесь еще слабенько, но чуть сцепление вот это есть. Так, смотрим среднюю грядочку. Вот это Original Bright, вон те уже готовы, коллекционные, 1000 рублей, P9. Или, так, вот здесь тоже вот несколько есть, и что-то Early Pink, но это прямо одна или две. Так, эти еще... Здесь разные, я даже еще не знаю их правильные названия, которые весной приходили, я делала рано весной. Так, сейчас я вам внизу. Весь низ от начала до конца, это все в черенках. Верх и низ. Вот это вот череночки. Сейчас посмотрим. Blue Ballad. Такой густенько, срочно надо рассаживать. О! Вот такие вот. Видите, какие вон? Вот такие красивущие. Так, господи, я выдернула-то. Все, нашла. На первое время, вот, смотрите, накрываю пленкой, они влажненькие, такие вот. Это сбежавшая невеста, вижу, что дальше Moonlight. Она чуть-чуть влажная. Даже я не прыскаю. Влажная кассета. Вот, если поднять, вот здесь вот влажная кассетка. Вот первое время они наброшены. Это наброшены. Дальше смотрим. Вот эти пора рассаживать уже давно. Это у нас метельчатые. Ой, залезла сюда. Так, что за сорт? Ой, это Magical Fire.
Смотрим. Тоже давно пора рассаживать. И макушку еще возьму на черенок. Вот ножичек дальше. Little Sparkling. Вот здесь уже... Нет, не брала черенок. Кое-где уже посрезала. Вот они. Кассеты полное укоренение везде. Вот везде, везде, везде. Вот такое. Это Little Spooky. У меня его дофига. Так, вот здесь. Так, вот здесь. Вот здесь уже. Там недавно рассадила подленка. А эти... нормально, это все метельчатые. Вот такие череночки. Они вот, вот здесь макушки вот эти снимаю на черенок. Где-то уже сняты, вот эти еще нет. Подтянутся, сниму. Там все метельчатые, пленочкой. Так, здесь вот с этими я борюсь с клещом. Уже сколько раз брызгала, вот признаки клеща. Это Bloom Star. Вот они почти, еще маленько. Недельки две и готовы. Вот их прямо я брызгаю. Вот новые серединки идут. Потому что если запустить, растение все сляжет. Вот регулярные обработки. И все равно все хорошо. Вот в этом месте они вот такие вот. На днях тоже опрыскивала. Ну, вверх смотрим. Так же все, все у меня. Вот листики отваливаются, вроде страшненькие. А вот идут новые зелененькие. Вот, вот они уже укоренились. Вот я. Получается, вверх, вверх и низ у меня в череночках. Так. Эти еще малы. Это Soft Pink Salsa из музыкальной коллекции. Очень классный сорт, но он еще мал. Такие, конечно, отправлять не буду. Вот. Покажу сейчас вам, какие у меня... Вот снова средняя гряда. Ой, ну, стеллаж. Это что у нас? Флеурина Блю. Тоже ее штучно. Вот это у меня, это я что-то здесь ошиблась, не могу определить, пока надо по листу. Ну, если я сомневаюсь, да, в чем-то, я оставляю на следующий год, на цветение, по цветению уже. Или в этом году по цветению определяю. Здесь есть маленькие, есть удаленькие. Вот это готово. Это буги-вуги. Ну, в принципе, тоже вот вроде еще не выложили, но вот-вот штучно также они есть. Вот это Пандора. Пандора сразу видно. Такой резной лист. Ее можно узнать из тысячи. Пандора. Пандора, она на самом деле как на сайте такая, как белесая. Нет, она голубая. Это она уже отцветала. Или фото выцвела. Ну, вот они, Пандорки. Пандора. Также, ну, надо будет уже полить. Здесь Original Blue, есть подрастают, есть такие уже побольше. Вот Original, а вот это все French Bolero. Вот это Blue и укороченные, чтобы кустик был пышнее, они будут еще расти. Есть, которые, например, Blue, вот French Bolero в синих, вот это готово. Очень даже хороша. Так, ну вот здесь, например, она также практически. Вот у нас же был такой кустик. А вот это вот, видите, в одну палочку. Ну вот его оставила, ладно, пусть будет. Это ампельная, сбежавшая невеста белая. А это у нас голубая и розовая. Розовая. Пока она невзрачная, вообще она очень красивая. Вот здесь также вот я формировала, укорачивала, чтобы кустик был вот такой пышненький. Вот такой. Так. Тоже, чтобы подсох, полить мат надо. Вот эти раскустятся будут позже, а вот эти готовы. Вот эти готовы. Вот, вот такой кустик. Так, заходите на, ой, господи, на мой сайт питомник-рамилы.ру или наберите саженцы Людмилы Горбуновой. Я вам там появлюсь. Сайт мы сейчас, Татьяна обучила. Что там такое мерцает, не могу понять. В телефоне. Татьяна обучила. Сейчас моя сестра добавляет.
И будем обновлять его очень часто. Там не было Самарской Лидии. Самарская Лидия есть. Скайфол есть. Полярный медведь – это классик. Это классный сорт. Фантом, Лаймлайт – все это есть. Самые ранние, самые такие вот проверенные сорта, они отлично выглядят. Также, кто может планирует делать сайт, укажу Татьяне телефончик. Потому что она мне очень сильно помогает, и я помогаю также ей. Она и рекламу вам настроит, она мне рекламу также. Вот мы сегодня проплатили 3000, да, прямо, наверное, месяц, и будет, по-моему, ВКонтакте идти реклама. Пусть будет, это имиджевая реклама, не чтобы даже покупали, покупали, конечно, а чтобы знали, что есть такая Людмила Горбунова или питомник в Сибири под Красноярском, городе Железногорск, поселок Додоново. Всем всего хорошего. Пошла готовить список. Выписывайте сайты, выписывайте ваши заявочки. Многим уже отправлены. Многим отправлены. Смотрите, скачайте приложение СДЭК, и вам тут же придет трек. Если нет СДЭКа, тогда, конечно же, отправка почтой. Почтой России. Ну, ладненько. Всем всего хорошего. Подпишитесь на меня, не забудьте.